Всем привет, с вами Топси. В этом видео мы будем проверять заметку подписчика. Он сказал, что где-то на крыше дома есть сосед, смеющийся, так скажем. Потому что у нас сосед здесь, вот здесь стоит, в комнате. И он еще утверждает, что сосед есть на крыше одного из домов. Давайте проверять. Надо очень внимательно смотреть. Возможно, вот здесь. Точно смотрите, прикол. Класс. Это он над телеком смеется. Аплодирует еще. Надо же, он еще что-то говорит. Подписчик не обманул. Как будто он по клавиатуре бьет сосед, хотя он просто аплодирует. Интересно, может здесь что-то еще есть интересненькое? Кто его услышал? Этого соседа. Ну-ка, если его туда улететь. Просто кубики. Сейчас проверим. Главное обратно вернуться. О, звук слышите? Как будто я... А, это вода. Из воды. Дом из воды. Как будто я по поверхности воды бегу. Или... Ну, хотя непонятно. Ну, что-то похоже на воду. Что если здесь отпуститься? О! Это уже интересно. То здесь можно ходить. Не у всех домов есть. Анимация. Ой, анимация, говорю. Физическая текстура. Так. Ладно, полетели. Куда-нибудь еще. К этим домам. Да, этот домик совершенно из другого материала. Хотя нет. Не только он, еще есть вот черный дом. Значит, если дом физический, что можно по нему походить, у него звук будет. Видите, здесь звука нет. То есть я, скорее всего, провалюсь. Есть прямо каменные дома. О. Интересная текстура. Тоже такая же. Возможно, это реально камень. Ладно, возвращаемся к смеющемуся соседу. Так, он у нас был вот на этом здании. Давайте еще вот эти здания проверим с тарелками. Тут никого. О, это что такое? Нет, показалось.
Никого. Здесь тоже, видимо, никого не будет. Да, здесь никого нет. Еще вот это здание есть. Рядом с соседом. Надо же, в интро соседей аж целых два. Я такого точно не ожидал. Так, еще есть здание. Ладно, давайте к соседу снова вернемся напоследок. Торчат ноги. Смотрит комедию, похоже. Внутри соседа. Вот давайте себя сделаем соседом. Игра от первого лица. Ой, у него четыре ноги у соседа. Вниз лучше не смотреть. Всем спасибо за просмотр. Сосед вам аплодирует за просмотр. Тут ничего особо интересного не было, кроме вот этого момента. Но все равно. Лучше снять, чтобы все увидели. Я сам первый раз вижу. С вами был Топси. Всем пока.